И в продолжении темы. На третьем участке строительства дороги Нерьинмар-Усинск завершается возведение автомобильного моста через реку Лая. Подрядчик компания «Усинская ДРСУ». Ход работ на объекте накануне оценили представители профильного департамента. Подробнее о том, как идет строительство трассы Нерьинмар-Усинск, в материале Ольги Русул. 2 часа в пути, и вот уже триколы останавливаются возле первого участка автомобильной дороги Нерьинмар-Усинск. Строительство здесь ведется в 3 этапа. Возведением первых 2, их протяженность более 11 километров, занимается компания «Техносфера». С этой организацией по итогам торгов были заключены 2 госконтракта на общую сумму почти 2 миллиарда рублей. В данный момент происходит возведение насыпи земляного полотна. Задействовано 63 единицы техники. 28 единиц асфальтного парка, 15 единиц дорожно-строительной техники. Суточный объем вывоза грунта на данный момент составляет 5000 кубов в сутки. Общее количество штатных сотрудников, задействованных на объекте, сейчас составляет 160 человек. Самым сложным в пути оказались 26 километров 2-го участка. Здесь работы пока не начались. В скором времени именно здесь оборудуют зимник. Наша съемочная группа тем временем приближается к следующему участку. 3-му. Его строительство ведет Усинская ДРСУ. На сегодняшний день объект готов практически полностью. Осталось лишь завершить монтаж мостового перехода через реку Лая. Сейчас происходит надвижка пролетного строения. И, в принципе, остаются там мелочи, барьерное ограждение и перила. Все. И подходы с моста с этой стороны по дороге. И через 10 все, движение будет открыто. В то же время продолжается ремонт моста через реку Колва. Он был построен в 1989 году. За 30 лет капитальный ремонт моста ни разу не проводился. Работу ведет компания «СМК-Строй». Стоимость контракта составляет порядка 815 миллионов рублей. Общая длина моста составляет 370 метров. Вид покрытия – железобетонные плиты. В июле 2019 года заключен государственный контракт на капитальный ремонт моста через реку Колва. Протяженность мостового перехода 370 метров. Подрядчик «СМК-Строй». На субподряде работает организация «Линейный город». Для обеспечения круглогодичного проезда по дороге Нерьинмар-Усинск необходимо реализовать строительство еще 3 участков общей протяженностью порядка 40 километров. Это 3-й этап 1-го участка протяженностью 12 километров, строительство которого запланировано на 2019-2023 годы. 2-й участок дороги протяженностью 26 километров с мостом через реку Лаевож, строительство которого запланировано на 2020-2024 годы. А также участок с мостом через реку Шапкино протяженностью 6,6 километров. Достроить объект планируется к 2022 году. Ольга Русул, Леонид Шишилов, телеканал «Север».